Back in ETV. Balcony TV, всем привет, это Крым, город Симферополь, в гостях у нас Rich Rooms, что значит богатые-богатые женихи, выходи кто хочет, и расскажите, ребят, что в этот раз-то вы исполните. Духовно богатые. Да. Это, между прочим, достаточно весомая вещь в жизни. Что в этот раз будете петь? В этот раз мы исполним одну композицию, которую придумали в Израиле, совершенно случайно, а потом в процессе путешествия доработали. Немного. Да, и там было еще несколько сюрпризов. На самом деле, эту композицию задолго до нас придумал товарищ Дезмонд, мне кажется. Какая прелесть. Но мы об этом узнали уже после того, как придумали ее. Всего 7 нот, поэтому в этом нет ничего страшного. Да, да. Нет, страшного в этом ничего нет, это удивительно. Слушаем. Интересно, узнаете вы ее или нет? Back in ETV.